Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами мультикраном. По-моему, 6 криптомонет. Называется Gitcoin, Криптопедия. Ну, здесь мультикоин фолсет. Регистрация и авторизация по email-адресу, по электронной почте, привязанные к FaucetPay. Сюда прописываете почту, разгадываете капчик, кликаете логин, после чего мы попадем сюда вот на страничку домашнюю. Ну, здесь сколько клеймов, все такое, статистика. А здесь полностью у всех участников ведется как бы статистика. Значит, что у нас здесь? Ну, здесь нас только интересует кран. Здесь такого больше нет ничего. Значит, вот он, кран. Кликаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 криптомонет, да. Сбор раз в 2 минуты. Если я вот сейчас соберу 3x. Значит, видим. Вот такое количество дают монет раз в 2 минуты. И можно 150 клеймов в день делать. Далее под каждым краном находится реферальная ссылочка. Разгадываем капчу, кликаем клейм. Вот такое вот количество криптомонет отправилось сразу на FaucetPay, так как здесь нет кнопки вывода, идет инстантом на кошелек. Пошел отсчет таймера. Это на трон. Теперь я трон могу собрать через 2 минуты. Далее следующий, например, доги. Также находится реферальная ссылочка под каждым краном. Разгадываем капчу. Клейм. Так, что у нас здесь написали? Что-то написали. Сейчас попробуем. Наверное, сборщик пуст, я думаю. Ладно. Возьмем Солану. Пополнить и можно опять собирать. Клейм. Тоже спуст. Ну, ничего страшного. Я собирала BNB сегодня, собрала биткоин, дикбута. Ну, вот сейчас при вас 3x. Прошло у меня 2 минуты. Сейчас нам покажут. Я собирал, по-моему, Dogecoin, не помню. Пополняют как бы кран, да? И можно опять собирать. Claim. И вот такое количество мне. 49 BNB. Монеток про через 2 минуты я опять могу собрать. Опять иду в биткоин. Также не забывайте, что если кому надо, под каждым краном находится реферальная ссылка. Она везде одинакова. Клейм. И вот одна биткоин сатоху отправилась. Ну давайте, дикбуты я собирала. И пойдем сейчас на FaucetPay.
Claim. Как видим, ничего сложного. И вот такого количества монет мне отправилось также на Faucet Pay. Идем на кошелек. Вот я перед этим собирала Gitcoin Криптопедия. 1 биткоин Сатоша, 49 этих сатох BNB. И вот такое количество дикбута. Перезагружаю страничку. Опускаемся ниже. Вот я дикбута еще собрала. Сатоха этого биткоина. 49 монет BNB. 3x я вот при вас собирала, да? И после, чуть позже я собирала. А вот я Gitcoin Криптопедия. Вот я Dogecoin. Это я пораньше собирала. Как я сказала, кран пополнит. И можно собирать монету. Кому интересно, работайте. А зарабатывайте, собирайте. 12 октября видим, да? Это все. Ну, не интересно, друзья, пройдите мимо. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.